Всем привет! Это мой первый закрепленный троллейбус. На нем я работал с момента моего выхода на линию, вплоть до того, как он стал 12-часовым. Более 3 лет. Машина капризная, но мне все же нравилось на ней работать. По сути своей, это тот же самый Вио, но немного модернизированный. Дугой кузов, установлен статический преобразователь, тормозная система с энергоаккумуляторами, двухстворчатые двери. Обивка сидений раньше была тканевой. Вы могли заметить, что я уже в депо. Позже узнаете почему. Погнали!